Милет – сегодня динамично развивающаяся крымско-татарская телекомпания, занимающая ведущие позиции в крымских СМИ. Художественные программы, рубрики о наших соотечественниках и важные новости всегда можно увидеть в сетке вещания. На радио «Ватан Седасы» звучат песни на родном сердцу языке. Мы вещаем круглосуточно. Новое оборудование и студии для качественного контента. Благодаря поддержке правительства Крыма и России с каждым днем телеканал становится ближе к своему зрителю. Наш телеканал развивается с каждым годом. У нас большой сплоченный коллектив. Мы понимаем, для кого мы работаем. Созданы мы для крымско-татарского народа. Новый сезон начинаем в новых студиях. Это огромный подарок для нас и, уверена, для наших телезрителей. И, конечно, важно принимать активную позицию, идти на выборы. И тем самым мы поддержим нашего главу республики, поддержим нашего президента. Именно единство и сплоченность помогают крымско-татарскому народу быть успешными во всех сферах. Искусство не исключение. Зал Крымско-татарского государственного академического музыкально-драматического театра, если не мешает коронавирус, полон всегда. Концерты и спектакли артисты представляют зрителю на родном языке. А сейчас здесь проводят капитальный ремонт. Все работы завершат до конца этого года. Всем моим соотечественникам, которые живут в Крыму, надо поддерживать друг друга, быть вместе, быть рядом. Посмотрите, мы сейчас живем во времена перемен. Для крымско-татарского театра, конечно же, тоже непростой момент, но в то же время он и радостный. Почему? Потому что, как вы видите, мы сейчас находимся у здания, в котором происходит капитальный ремонт. Я надеюсь, что зритель зайдет в обновленный театр. Вся история крымско-татарского народа хранится в Республиканской библиотеке имени Гаспринского. С каждым годом ее книжный фонд пополняется новыми изданиями. Для научных диссертаций, дипломов, статей есть все. Здесь проводят мастер-классы, презентации. Библиотека сотрудничает с крупнейшими российскими дворцами книг. Сфера образования и культуры в российском Крыму получает большую поддержку. Сегодня каждый из нас может сделать правильный выбор и высказать свою гражданскую позицию. Мы же идем на выборы с тем, что наша жизнь еще улучшится, появится еще масса возможностей. Я думаю, что вот те депутаты, которые будут избраны в новый созыв, они будут делать еще больше полезных вещей для процветания нашей страны, для процветания Крыма, ну и для процветания, наверное, нашей библиотеки. Участие в выборах – это не только проявление гражданской позиции, но и забота о своем будущем. Именно предстоящие выборы определят вектор жизни на ближайшие 5 лет. На портале госуслуги в личном кабинете есть раздел «Мои выборы». Здесь можно получить информацию о своем участке для голосования, кандидатах и партиях. Итоги выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября по всей стране, будут отображены на этой странице. Открытие Крымского моста, новые дороги, больницы и школы. Позади 7 плодотворных лет. Крым процветает. Народы живут в единении и с общей идеей. Каждый голос на предстоящих выборах дает шанс на то, что крымская повестка, в том числе и отражающая национальные интересы, будет работать во благо и для крымчан. Гузель Мамбетова, Азиз Нимитулаев и Асан Ибрагимов. Телеканал «Милет».